Братва! Училка оказалась на проверочку. Не совсем простой женщина. Даже совсем непростой. Наша, Урына Ивановна. Попоет, знаете, дебелы эти школьные годы чудесные, да? Какие они нахрен чудесные? Они раз чудесные. Они раз чудесные, они два чудесные и три чудесные. На некоторые выходят 4 и 5 чудесные. Тех больше поощряют и больше славят. Вот ты сколько на второй год был? Ну я рекорда не побью, я только 3. Я был во втором 2 раза, потому что тогда ж мы оба лежали. Помнишь, когда... Так и я 3, мы там же с тобой познакомились. Ну 3, да. 2 раза во втором я был. Я... В 4-м. И в 5-м, когда уже кончал школу, вот... И что задержался? Трошечки. Ну, что... Этой... Как ее? Тот, ну, тет-а-тет я хотел на высокосный год в армию попасть, в десант. Потому что рассказывали, что именно на высокосный год, кто в десант попадает, у них там на один год больше на один день, и из-за этого можешь больше с парашютом прыгать и больше карате выучить. А, кирпичи больше об голову. Об голову, да, на десант. Ну, я как-то так и... У меня с первой же с комиссии на первом врача прокололся. Когда рост смиряли... Что? А чего у тебя срок там было? Ну, я не знаю, чего он. У тебя все нормально. Ну, так а что он мне по голове чукнул это? Я его и чукнул за палец. Не, ну, я сам себе агрессивно повел. Ну, агрессивно, конечно. А с нами нельзя так. Мы же это, как его. Потому что мы полукровки. Ну? У нас есть кое-что от коров, кое-что от гусениц. И пчелиное кое-что есть. Если что, мы жалимся. А что, ну, думаю, что многое должно быть к нам от аиста, потому что нас в капусте нашли, когда аист туда. Когда аист туда присел, принес, и они нас там нашли зачем-то. Может, нас в банке нашли? А вот смотри. Ну, в капусте. А вот смотри, если так подумать, да? Во Урыне Ивановне 55. А она... Никогда не скажет. Никогда не скажет. Потому что она... 25-35 точно так же выглядела. Да, но сейчас на все 70, а так никогда. Никогда. То есть она как-то вот, знаете, как по мишени стреляешь. Можно попасть, а можно что-то радом бить, что-то у так. Молоко. Ага. Она все время никогда не... Кто-то ей дал, молоко дал. Порченое в детстве. Что ее у математички. Потому что у ее голос, как у 15-летней... Неубедительный. Неубедительный, да. Такой визглявый, фальцетный чуть-чуть. А чело, как у самоистки на пенсии. Ну, самоистки, да. Но мы ее очень все равно любим и уважаем. Мы каждый год ей дарим подарки, конфеты. Да, а и рисуем открытки. Вот в этом году нарисовали, как сажать картошку, надо схемы. Потому что когда она сажает, там только так это... Там же ее... Блядь, сидит очень ровно. Она к земле слабо имеет отношение. Ну, нет, так она же, конечно, она же по гуманитариям больше. По каким она гуманитариям? По каким? По трудовику, по физкультурнику, по каким? Ну да, с биологом ее еще ни разу не видели. Ну. Не, ну биолог он такой... Молоденький еще. Ну. Еще не напивался как следует. Потому что она же... Повалить потом. Ну, она нас пригласила к себе на чай, как она говорит. На чай? Приходите, Саша, с чирургом. Она, может, биолога боится, у нее же там всякие в пробирках сидят. В скалопендрии? Говорят, хотя, говорят, многих женщин, наоборот, вот какой-нибудь необычный энтураж вокруг. Ну, там эти, как они называются? Это я. Гуманоиды, Алешеньки в пробирках какие-то. Части тел. У Франкенштейна они был. Читал ты? Читал. Ты же мне давал. Ну... Не, ну так, не, ну, не, она не такая. Ах, такая она. А она больше к комбикормам, вот, к мельницам, на мешках с мукой, на этих, на чем еще? С мукой. Ну, чего, ну, надо. Ей надо мешков 7. Ну, зато знаешь, какой потом помол получает? Я знаю, какой. О, по всем этим колониям по области раскиданы ее все. Вот человек, все ради чужих детей. Все сама себе ни крошечки не оставила. Ни крошечки. Вот, что другим? Все дети ее пошли в уголовную среду. Ну. Все как один. Себе ни одного. Один на цыганенка похож, другой на трудовичка, другой... И не доходят ее руки. Пока проверите, она все эти наши особенно... Четратки, да. Особенно наши она долго проверяет. А она, если забыл, кто географию преподавала. И она сама... И математику, и географию. Ну, она классуха была, все преподавала, когда хотела. Ты тоже скажешь, а дети не понимают, это у них на каждой...
Даже на геометрию одна, а на алгебру уже другая. А когда... Узко, сейчас пошли узкие специализации. Узкие, а раньше были широкие специализации. Да, да, так вот и она с такой широкой специализацией. Она у нее очень широкая была специализация. Я же говорил, что... У нее даже в актовом зале однажды она с роялем вместе под сцену шла. Было дело. Учила, да, учила нас это, про эту... Как это? Смотр песни из строя было. Как это эта песня? Про этот, про выходной пуговицы «Ура». Про солдата. Да, я на... Смотр песни строй был. Лямкала, да. И... По роялю. А она удобно была, она могла двумя пальцами аккорд расширенный брать. Короче, пока она там кечилась, так ее еще электрик там того. Ну, говорят. Такая учительница была. Ну да. И она вот реально... А она не учительница. Учительница первая. Говорят, что это она, когда в пединститут приехала в деревню, она слышала, она по пьяни рассказывала, когда уже закурила на дне рождения у Журина Ивановна. Смотрю, уже меня вытащила. Это у меня, я дорогие на день рождения, за мной не пойду. Купил корону с фильтром. Вот. И она уже, смотрю, выцебрала и уже смалич. Не за чашку так. А рык потом задымивший ее, она же одела новый этот. Этот, она которую ее рык, а это, на шлепка. С которым она брата в армию провожала. Это. Ну, там уже 40 лет назад. Ну, термиты этой завелись. Он даже на уголек не попал, задымился потом. Ну, пожарными потом долго сидели, мы продолжали день рождения. В другой комнате, которую они пеной не залили. День рождения был, и памфлет поищился, а он в пену так, оказывается, любит. Ну, я раньше смотрел, я один раз хотел побрыться по-человечески с пеной. Ёлка, давай лизать у меня это лицо. Я даже постеснялся, памфлета наругался, подумал, что он какой-то не той ориентации. Не, а потом... А это он так по-дружески. Пену любит, ну просто да, любит. Да, пену, и он и это лизал, потом пузыры неделю пускал. Ну вот, любят люди кислородные коктейли, так и он любит. Кто? Ну кто, памфлет. А, памфлет, да. Вот. Ну, а про день рождения у Рыны Ивановны мы вам как-нибудь расскажем, потому что мы и так скользь вспомнили. Модно, помним, нам еще надо чуть-чуть похмелиться, да. И надо еще проверить наши мыльницы. Мы там еще тайные делали фотографии на красную пленку. Мы вот проявим, тогда ждите свежих этих эксклюзивных новостей. Потому что там 100 пудов с кем-то было. И не только у нее.